меня водку, начинаем под водку. Так, а как на водку? На водку, на глаз. Вон. Стол поставили, вон, видишь, там тут. Та зеленка. Только это, слышь, Паш, под жопу положи что-нибудь. Я знаю. Под зеленком перед зданием? Да. Левее, пятиэтажка хата, Паш! А? Вот пятиэтажка хата, чуть левее. Вот, я понял. Вот там бугорчик. Да, да, вот этот бугорчик, накидайте сюда немножко. Сейчас, первый. Сейчас, стой, стороны, встань. Ножку зажми ногой. Ножку, встань. Куда работаем? Давай. А вот воды, смотрим, куда лягло. Смотрим, смотрим. Как не получится? Смотрим. Смотрим. Направление, смотри. Дай. Нормально. Еще пару плюшек дай. В чем проблема? Ну не приехала вчера скорая. Есть закладные машины. А я не знаю, куда ездить. Это пусть. Все. Побери кого-нибудь. Это надо снять, пожалуйста. Да я просто пацанам подкинул. А мы свою вон. По идее. Да. Здесь одна стоит, она уже да. Отстрелялась. Здесь вторая стоит. Здесь сутки нет. Нету? Ну, мне показывали, что могут сюда поставить. Нет. Вот здесь она сейчас, и вот здесь мы. Так а где третья? Значит, вот она, да, вот здесь метр стоит же, по-моему, да, получается? Нет. Вот метр, да. О, вот. Значит, что, хлопчики, заходим отсюда. Ну, вот. Да. Где девятка наша? Вот здесь где-то мы, да? Девятка вот. Вот, вот. Заходим вот отсюда. Перед нами, да. Ты чтобы твои люди, тем более ты говоришь, офицер все знает. Ты знаешь, где они там находятся на политике? Короче, мне послал капа, короче, прикрытие. Он сейчас должен подъехать, я начинаю работать. А не Изушка, если все прикрывает. Там Изушка есть. Ты понял? Все. Ребят, выдвигайте, ну, давай сюда. Давай. Где старший, кто прикрытие? Давай. Так. Там сейчас офицер да. Да, сейчас приедем. А есть у него машина или нет? Машина, вот вас заберу, чтобы вы не блокали. И вас заберу. Я, да, знаю. Да. Я знаю, ты работаешь. Ну, жду. Лучше бы хотя проведу быстрее будет. Конечно. Ты ждишь. Так, давай. Там выше. Ну, бля. И он с РПГ, с побачки. Сейчас штурмовать аэропорт. Вот и будем играть, чем будем заниматься? Попробуем их штурмовать. Артиллерия нас прикрывает. Будем выдвигаться. Все спланировано. Вроде хорошо. А сколько там численность армии? Честно, не могу сказать. Я не знаю. Ну, приблизительно. Сейчас увидим. Посмотрим, придем посмотрим. Более 800, да? Ну, не знаю. Говорят 800. Там посмотрим. А техники у них много? Техника, два танка точно есть. А что остальное не видели? Минометы у них, Василек стоит, как минимум. Возле вышки. Танкисты, слушай сюда, послушай меня. Отрабатывают сюда. И сюда. Сегодня, я так понял, планируется штурм аэропорта, конечно. Да, потому что они подтянули технику, и причем подтянули тяжелую технику. Они подтянули грады. Все остальное. Я не думаю, что это пришло сюда так. Для мирного урегулирования. А личного состава много подтянули? А как вообще у вас настрой в вашем подразделении? А мы у себя дома. Какой настрой? Мы дома. Мы гостей не ждали. Гостей обычно мы просим в гости, а не те, которые приходят.
дураки не боятся. Первому нравится. Там сидят укропы. Их, наверное, много. Где там то направление? Их сегодня, наверное, не будет. Вперед ушел. В аэропорту, блин. Бывшее по ходу здание тут эти старые. Да. Электрооборудование валяется. А вот это сейчас подготовка будет, да? Сейчас отработаем под квадрат, откуда начали по нам стрелять. Ждем броню и идем вперед. Хлопцы зельбовые. Сделано в Германии. Еще лучше.